желтуха. Ромашка. Так, теперь мы это все приподнимаем. Как все это долго открывается, что неудобно, мне одной рукой ешь. Ага, я трогала листик, да? А, вот так вот, да? Ну, пойдет, так пойдет. Вот так. Ромашка. Раз, ромашка, два, ромашка, три, ромашка. А я четвертую сорвал. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Черным клеем мы промазываем лепестки, и бесцветным мы будем промазывать, нет, середку будем красным делать, наверное. Затянула клей, что же сама открыть не могу, чем я это сделала. Так, поехали. Потому что мы ее будем присыпать другим цветом. Как же сделать мне? Контур делать слишком много листиков и будет грязновато, я думаю. Так. Сделать прозрачный. Так, вот так получилось. Что мы делаем дальше? Снимаем трафарет. Так вот получилось. Наверное, середку мы сделаем вот таким вот. Блестками. Посмотрим, как, что из этого получится. Так, я поняла, как я хочу сделать. Я хочу сделать таким макаром. Не видно белый, абсолютно не видно. Только наугад можно. Я хочу сделать контур. Так. Теперь я могу опять взять желтенький. Я уже взять маленькую кисточку
верно, вернее. И уже промазать все, что здесь есть. Да, немножко не так, как я задумала. Но тоже прикольненько.